Итоги 2020 года. Задачи на предстоящих выборах. Формирование народной программы. В Чебоксарах прошла 31-я конференция Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». Почти 34,5 тысяч партийцев, 26 местных и более 1100 первичных ячеек. Так выглядит региональное отделение сейчас. Прошедший год выдался непростым. В условиях пандемии было сложно реализовывать некоторые партийные проекты. Прошедшая избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления в 2020 году показала, что жители доверяют «Единой России». По итогам голосования члены партии получили 90% депутатских мандатов. «Единая Россия – это крупнейшая политическая сила, который является опорой для нашего президента Владимира Путина в решении основных задач, которые стоят перед нашим государством. Поэтому мы, как команда президента, планируем в первую очередь сохранить максимальное представительство «Единой России» в наших представительных органах власти. В прошлом году партия поддержала кандидатуру Олега Николаева на выборах главы Чувашии. И сегодня «Единая Россия» работает с главой в одной команде. В конце мая завершилось электронное предварительное голосование по определению кандидатов, которые представят партию на выборах в сентябре этого года. За выдвижение кандидатов от «Единой России» проголосовал каждый пятый. Это один из самых высоких показателей в стране и рекордный для Чувашии. Конечно, это ответственность. Доверие его ведь важно не только получить, но и оправдать. Поэтому я, конечно, эту ответственность готов взять на себя и в случае избрания оправдать то доверие граждан, которое будет мною получено после подсчета голосов в единый день голосования. Я уверен, что все они люди достойные, достойно будут представлять нашу республику на съезде «Единой России». Так что, дорогие друзья, у нас впереди очень много работы. Партия уделяет особое внимание социальной сфере. Сейчас в республике строятся 3 школы и 9 детских садов. Более 2 миллиардов средств было направлено на модернизацию наших школ и детских садов. И именно сейчас во всех районах республики уже комплексно модернизируются 54 школы, и туда заходит и новая мебель для ребят с 1 по 4 классы. На 100% обновлены все пищеблоки в школах и в детских садах. Уже началась подготовка предвыборной программы регионального отделения партии на выборы депутатов Госсовета Республики. Программа должна стать по-настоящему народной. Ее обязательно обсудят с жителями Чувашии. Учтут все их предложения. В завершении конференции избрали делегатов на 20-й съезд партии «Единая Россия», который состоится в Москве 19 июня. Новым членам торжественно вручили партийные билеты.